А назовите, пожалуйста, пункт приказа, которым вы руководствуетесь в своей работе. Это обратитесь в наше руководство, они вам все. Ну, значит, вы не можете мне подтвердить, да? Я не обязан вам подтверждать. Не обязаны мне подтверждать, да? Я делаю то, что мне начальство говорит. И все, больше вы ничего не должны делать. Только то, что вам говорят начальство. С Конституцией вы не знакомы, правильно? Я выполняю свои обязанности. Конституция вам не знакома. Федеральные законы, постановления тоже не знакомы, правильно? Нет. Снимать. Вы не имеете права меня снимать. Да вы что? Да. На каком основании? Ну как это на каком основании? На каком основании? Я не имею права снимать. Гражданское право, которое есть. На каком основании пункт. Вы назовите, меня снимаете? Пункт назовите, пожалуйста. Да я не буду вам ничего называть. Так вы просто вы скажите, что вы не знаете. Согласитесь, что вы не знаете. Я предоставляю вам машину. Пожалуйста, смотрите. Открываю машину. Что вы здесь хотите увидеть? А что у вас в пакете в черном? В черном пакете, он пустой. Ну покажите, пожалуйста. На ком основании? Давайте пригласим понятых, пожалуйста. Понятых? Понятых. Вы хотите произвести личный досмотр транспортного средства. Пригласите, пожалуйста, двух понятых, согласно КУАП. Вы въезжаете. Я въезжаю. Я въезжаю. У вас есть какие-то замечания к моему въезду в торговый порт? Я что-то нарушил. Вы досматриваете. Досматриваете. Осматриваете. Визуально. Визуально. Осматриваете. Осматриваете. Вот, а пожалуйста, осматривайте. Я вам показал, осматривайте, а что визуально. В пакете, я же не знаю, что визуально, у вас. Вы же осмотрите, визуально. Так вы мне откройте пакетик, пожалуйста. Основание. 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 Можно ваш пропуск? Основание, скажите основание. Я же отдал же, вот где-то у вас же пропуск. Вы мне ничего не отдали. Отдал? Нет. Отдал. Вы отдали вон чопу, которую сейчас он прикрыл. Отдал я отдал вам, предоставил мне пропуск. Вы мне ничего не давали. Как не давал? Ну, вот так вот. Я при въезде показал, вот пропуск, пожалуйста, я предоставил. Свое удостоверение, что я предоставил пропуск. Ваш автотранспорт пропуск. Я дал вам пропуск. У меня его нет. А куда вы его дели? Ну, у вас пропуск, вы мне ничего не давали. Что вы хотите от меня? Я вас попросил, да. Откройте машину. Я показал вам машину, вот открытая машина. Полностью открытая, визуальный осмотр можно произвести. А чего вы мне двери-то не открываете? У меня окно открыли и все.